Ва! А теперь у нас медвежутка в таком крутом костюмчике. Давайте. Вау! Ее еще реснички дают понять, что это девочка, ребятки. Ну, шикарно. Не, я хочу на нее посмотреть с лица. Привет, друзья! Меня зовут Лавиния, и сегодня я играю в игру PlayToGamer. Сегодня я буду с вами открывать новый прикольный пас Dark Mining Season. Какой-то черненький, миленький сезон. Ну, давайте начнем. Здесь у нас лицо. Давайте посмотрим, что там. Там глазки вроде черные. Давайте. Вай, красиво, красиво. Слушайте, мне нравится такое. Ой, я не шарю, как это называется, но это достаточно красивое на голову. Мне очень нравится, безумно. Ну, такое темненькое. Normal Box, открываю. Что в нем? 23 монеты и ботиночки. Окей, окей, спасибо. Волосяшки. Вау, лучше ли волосы? Кстати, тоже прикольные. Такие вот, я не знаю, как называть этот цвет волос. PlayToGamer, но крутые, длинные такие. Ботиночки с бантиками. Все, ребят. С ботинками. Normal Box открываем. Надеюсь. А, какой надеюсь на гейму? Ларина, ты чё? Кола Кен. Круто. Вау, мое любимое, я считаю, это вот платье. Оно такое прям ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-му. Му-му-му-му. Ну ладно. Вип, оно такое прикольное, ребят, все, мне нравится. О, здесь фонари или что? Или лампа такая, не знаю. Клетка с птичкой черненькой, лукшери. Премиум бокс, надеемся на что-то большее. 51 монета, рюкзак. И вода, слушайте, вода, рюкзак реально важно. Вай-вай-вай, ребят, а тут у нас уже получается два кресла, посередине стол. Почему только одна чашка? Мы все хотим пить чай, ладно. Dark Mining Rock. Ура, здесь у нас получается ковер. Слушайте, такой красивенький. Прям эстетика, не знаю, какого-нибудь там. Ну, не знаю, как объяснить, но мне очень нравится. Кому тоже ставьте лайк. А это уже то ли дверь, то ли окно. Что это? А. Я хотела сказать, что поняла, но я все еще ничего не поняла. Ну, красивая тоже штука, а посередине, я так понимаю, роза. Вот у меня немного из-за этой розы эстетика красавица и чудовище. Вот. Ну, вроде так называется, если я не ошибаюсь. Премиум бокс. Открываю. Тут 53 монеты. Там вот книжка, кстати. Вот она, красненькая. Текстбук. Ва! А теперь у нас медвежутка в таком крутом костюмчике. Давайте. Вау! Ее еще реснички дают понять, что это девочка, ребятки. Ну, шикарно. Не, я хочу на нее посмотреть с лица. Давай, докрутись. Мне прям интересно. Ух, какая. Она еще так стоит, типа вот вся такая вот крутая. И руки такие. Ну, вспомнила, что девочка. Luxurious Box открываю. Что в нем? Ну, давай, давай. 144 монеты, черный кубик. Я, ребят, шикарно считаю. Вот. И еще кубик. Вот, ребятки. Вот как-то так. А теперь я хочу вам все это показать, потому что меня... Я не знаю, что сказать. Кстати, тут новые вещи крутые. Плейкан, ладно, поехали с пасом жить. Опа, ребятки, оценивайте мой наряд от 1 до 10. Я считаю, он шикарен, такой темненький, вот всегда мечтала. А дальше я решила так эстетично обустроить этот мини-уголок. Тут у нас эта лампа, фонарик, я не знаю. Тут мы сидим, пьем чайчик. Это на фон, так, стена. Или что это? Стеклышки, в общем, цветные. Не воробуш. Ну, птичка. А это уже наша медвежутка, кстати. Если от нее отойти, она спокойна. Если подойти, она будет двигаться, и рядом с ней появятся черненькие розы. Кайф. Вот. Ребятки, вот так это дело все выглядит просто шик. На моем фоне вот так. Не, ну мне нравится, шик. Тебя, кстати, я хочу вернуть, ну как вернуть, представить в армию медвежат. Конечно, понимаю, что это красотка всякая такое, но мне кажется, в первый ряд ставить не стоит. Она вся такая мега-эстетик, давайте сюда. Потому что мне надо развивать армию с этой стороны, чтобы они спокойно вошли в эту дверь. Потом выходили из нее. Вот, ребятки. Я еще посмотрю, если у меня еще какие-то медведи. Но а пока что это все. Ставьте лайкусик, подписывайтесь и жду вас на следующих своих видео. Ах, слишком на эстетик, ребятки. Пока-пока.